говорю, что вы не найдете в Грузии человека или семью, которая воспитывает своих детей с ненавистью к абхазскому народу. Такой семьи в Грузии не существует. Не существует. Я вам говорю это с полной ответственностью. Ни один грузин не говорит своим детям, что абхазы наши враги. Нет. Мы говорим, что мы оба ошиблись, и мы оба можем исправить, потому что мы древние и потому что мы мудрые. Мы обязательно исправим. Да, мы должны об этом помнить. Только для того, вот эти ошибки, которые мы допустили, и мы, и вы. Мы оба допустили эти ошибки. Мы о них должны помнить только для того, чтобы никогда впредь такие ошибки не допускать. Кстати, это можно спросить с любого абхаза, который побывал на нашем...